В Одинцовском районе прошло торжественное закрытие поискового сезона в Подмосковье. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, правительства Московской области, а также юнармейцы, активисты поисковых отрядов и военно-патриотических движений. Стой! Налево! Вот! В состав электростальской делегации вошли специалисты и активисты Центра патриотического воспитания, юнармейцы из лицея номер 7, а также представители поискового отряда «Поколение». К слову, эта команда весной организовала большую экспедицию в рамках международной акции «Вахта памяти». Электростальские поисковики работали в Новгородской области. Во время экспедиции проводились работы по эксгумации останков из воронки, и проверка местности осуществлялась нашим отрядом. Участники митинга возложили цветы к памятнику над братской могилой погибших красноармейцев. Церемония прошла с воинскими почестями. Караул произвел 3 выстрела в воздух. Завершилась «Вахта памяти 2018» исторической реконструкцией. Участники мероприятия смогли будто воочию увидеть эпизоды битвы под Москвой.